звучать такі слова «Христолюбиця». Вот она была настоящей христолюбицей. Это, наверное, было самое главное, что люди сразу начинали понимать, когда с ней встречались, когда с ней начинали общаться, когда начинали ее узнавать, когда читали ее замечательные статьи, когда слушали ее рассуждения о церкви. Христолюбица. Таких людей вообще всегда бывает очень немного. Но именно такие люди, собственно говоря, они и прежде всего влияют на мир. Об этом нам хорошо известно из слов преподобного Серафима Саровского, но мы как-то об этом не всерьез задумываемся. Ну как действительно может там человек там, спасти там, тысячи или сменить тысячи? А вот так вот незаметно, оказывается, и бывает, что когда вот есть христолюбец или христолюбица, вот тогда меняется мир, тогда меняется пространство жизни. И вот это особенно вдруг понимаешь, когда этот человек разлучается с тобой. О Марине Андреевне можно очень много говорить, замечательных и прекрасных слов, но мне еще вот хочется сказать, еще одну очень важную вещь. А Марину Андреевну можно назвать учителем церкви, ну или учительницей, в крайнем случае, церкви. Потому что она действительно вот нашу такую новорожденную церковь последних десятилетий очень многому научила. Она очень многому учила и научила христиан. Ну, например, она всегда, постоянно учила всех человеческому достоинству. Постоянно. Для нее это была очень важная наука, которой она училась сама, которой она обладела, и которую пыталась все время передавать другим. Учить христиан человеческому достоинству. Она учила и многих научила свободе, духовной, настоящей. Такой не разнузданной свободы, безответственной, а вот такой глубокой ответственной свободы христианина внутри церкви, значит, ответственности очень большой она научила. Она очень многих научила смотреть на мир глазами ребенка. Вот она, при том, что, в общем, такой человек убеленный годами и сединами, но ее вот это удивление и восхищение этим миром, оно не прекращалось. В любом растении, которое она видела и любила, вот как живое существо, в бабочках, в цветах, в любимых котах, которых она видела, вот любовь к Божьему человечеству. Она это вот ощущала, и через это ее любовь ко Христу вот распространялась на этот мир. Вот так она понимала слова «идите, проповедуйте всей твари». Вот для нее вот эта тварь в любви к ней была тоже проповедью и разговором о Христе всегда. Это удивительное научение, которое она оставила нам, таким сухим и почти безжизненным людям 21 века. Конечно же, она очень любила Христа, и поэтому она всех учила прежде всего верующих людей, тех, кто называется христианами, тех, кто называется православными, прежде всего искать в своей жизни встречи со Христом. Вот ничего более дорогого и не было, чем вот эта встреча с Христом, подражание Христу, мысли о Христе, тоска о Христе, которая в ней была такой живой струей, которая не давала ей быть спокойной, которая все время ее тревожила. И вот этому она непрестанно учила и продолжает учить. И продолжает учить. Вот этого учительства всегда немного. Но оно очень важно. Оно замечательно, вот это учительство самым главным вещам, которые делают нас настоящими во Христе людьми. Мы сегодня провожаем, потому что вот слово похороны, они как-то вот никак они не вяжутся с тем, что есть у нас во Христе. Потому что когда похороны, это когда победа и смерть. А вот сегодня христианское погребение, это всегда победа жизни. Вот эти слова, которые мы сегодня слышали при отпевании, эти молитвы потрясающие, которые все время возвещают победу жизни и никакой смерти. Нам горько терять в этой жизни такого удивительного человека. Это действительно для нас огромная потеря. Но для нас это и приобретение большое. Потому что свидетельство во Христе, истинное свидетельство веры, это всегда приобретение, всегда новое, новый голос, который говорит о том, что Христос воскрес, о том, что смерть побеждена, и о том, что жизнь жительствует.
Спасибо всем, кто пришел сегодня на этот праздничный, торжественный день. Потому что сегодня на самом деле действительно праздник Евангелия на Голгофе. Она со Христом сделала. И сегодня день рождения настоящего. Настоящего христианского рождения. Как и для нас, я надеюсь, это будет, а для каждого христианина. День рождения во Христе этот день. А сегодня, после того, как закончится служба,